Фонтан у Дворца культуры «Современник» наконец заработал. 2 недели потребовалось сотрудникам Ангарского водоканала для того, чтобы ввести в эксплуатацию искусственный водоем. За это время на объекте были восстановлены мозаичное панно, парапет и внутренние коммуникации. Все фонтаны в городе Ангарске у нас устроены по замкнутому циклу водоснабжения. То есть они заполняются и потом насосом забираются из самой же чаши фонтана и подаются в напорную линию. То есть понятно, с момента заполнения вода в нем находится питьевая. То есть, в принципе, в первое время можно как-то поплюхаться, но потом, с учетом погодных условий, естественно, она загрязняется. То есть, в общем-то, рекомендация родителям не допускать купания детей в фонтанах, ну и тем более употребления воды. Все 6 городских фонтанов работают ежедневно с 9 утра до 10 часов вечера.